Доброе утро, меня зовут Дмитрий Воинков. Сегодня мы расскажем о том, как выбрать смеситель для своего умывальника. Так как смеситель является неотъемлемой частью умывальника, выбор придется делать одновременно. При этом обратите внимание, какой вариант вам нравится больше. Когда смеситель имеет два рычажка, и вся эта система встроена в модель умывальника, или мы имеем однорычажную систему и только одно отверстие в умывальнике. Также еще существуют такие популярные варианты, когда смеситель встраивается в столешницу или, например, в стену. У каждой модели смесителя есть два важных параметра, на которые нужно обращать внимание. Это высота излива и его длина. Именно от модели вашего умывальника должны зависеть эти параметры. Если говорить про эксплуатационные свойства, то низкий хорошо подойдет для мытья рук. Это отличное решение для гостевых санузлов. А высокий лучше использовать для умывания и чистки зубов. Такие варианты используются в хозяйских санузлах. Для настенных смесителей и не только нужно определить угол падения струи. В зависимости от этого параметра необходимо выбрать правильную модель мойки. Выше излив, тем глубже должна быть раковина. При плоском умывальнике высокий излив приведет к разбрызгиванию струи. Учитывая все эти параметры, постарайтесь соблюдать следующее правило. При полном напоре воды она должна попадать либо на дно раковины, либо в сливной клапан. Выбирая смеситель, помните простое дизайнерское правило. Прямые или плавные линии умывальника должны сочетаться с формами вашего смесителя.